Всем привет, друзья! Тема для видео подкинул подписчик с прошлого видео в комментариях, и тема будет о задирах, которые вас доебывают в школах или вообще в компаниях. Сегодня мы поговорим на эту тему, я вам дам несколько советов, как же с этими придурками поступать и как же вести себя в данной ситуации. Если к вам пристали, вас обижают, там над вами издеваются, ну и вы поняли. Как же стоять в свое уважение и быть настоящим крутым сигмой и чуваком. Так что приготовились и погнали. Во-первых, если у вас есть какое-либо себе уважение и не хотите показаться подставкой для всех, быть тем самым типом, которого могут все подъебать и поржать над вами, то вы сразу же можете жестко ответить тем ребятам, которые вас задирают. Даже поебать, если они больше и сильнее вас. Если вы покажете, что вам это не нравится, и тем самым покажете свой характер, я вас уверяю, 80% случаев вас уже трогать не будут. В противном случае, если данный задира вам даже не друг, а просто какой-то левый тип или знакомый, нужно уже с претензиями спросить или в крайнем случае пиздануть его раз при всех друзьях. Сколько я слышал дебильных советов на эту тему, и все пишут на форумах: игнорируйте и они отстанут. Будьте выше этого. По-моему, это полный бред, и со стороны это дефолтный терпила, который позволяет к себе вот так вот по-наглому и по-говняному относиться. Также следует разбирать, шутки это, которые уже слишком, или они просто в легком юморе, и насколько у вас хорошие отношения с данным человеком. Если у вас с этой задирой нету никаких общих связей, друзей или знакомых, вы просто состоите в одной компании, то, конечно, тут уже надо сразу бить его по ебалу, или в ответ подъебать серьезно. Ну или же сказать, или ты закрываешь свое ебало, или я тебе сам его закрою. Ну, что-то в этом духе, главное, чтобы вы меня поняли. Также можно после всех дебильных подъебов, после занятий подойти к нему или когда возле него не будет друзей и на нормальном языке спросить, нахуй он это делает. И я вас уверяю, с вероятностью 100% он сядет на жопу и поймет, что так делать нельзя. И даже больше он так, ну, делать не будет. Если он начнет, конечно, огрызаться, вы знаете, что делать в этом случае. Также, друзья, я считаю, что у каждого свое правильное мнение на данный повод, но лично по моему опыту никогда лучше заднюю не давать и показать отпор. Как минимум это для того, чтобы отстоять себя, заслужить доверие, заслужить уважение и отстоять свое достоинство, чтобы не показаться терпилой и подстилкой просто в компании, между друзей и не показаться слабым. Лучше уже получить поебало, но при этом остаться с достоинством. Но если, друзья, у вас нету смелости на все эти действия, если вам кажется, что это слишком грубо, тогда пойдите и запишитесь на боевое какое-то искусство, на котором вам нормально дадут пиздюлины, и вы поймете, что от этого вы не умрете, и он тоже не умрет, если вы решите его ударить, и начнется какая-то драка. Ну а на этом все, друзья. Я рассказал вам несколько советов, о которых я знаю, прочитал на много разных пабликах. И только есть один нормальный вариант, как ставиться к задирам. Так что, друзья, надеюсь, вы меня поняли, делайте свои мнения, свои выводы. На этом все. Всем удачки и пока.